Всем привет, друзья! Будет у нас сегодня видеоподбор на две колоночки от компании Mivo. Моделька слева от меня Mivo MD-801 и справа от меня модель MD-102, друзья. Сейчас покажу, в чем между ними общего, да, почему выбрали эти модели. Уже много у меня заказывают именно конкретно ту и эту модель. И задают вопрос, что бы вы выбрали? Давайте сделаем так, говорю, да, то есть, чтобы я выбрал, мне все нравится, любая модель нравится. Я не могу сказать, что это хуже, это лучше. На вкус и цвет, как говорят, да, то есть, поэтому это называется видеоподбор. Если посмотреть по каждой модельке, как она играет, там полностью описание есть, пожалуйста, есть все на канале, пожалуйста, подписывайтесь, смотри, за каждую модель есть все и со звуком. Видеоподбор, друзья, это когда люди заказывают, пишут нам Viber, WhatsApp, Telegram, говорят, хочу посмотреть, расскажите, поставьте две модели вместе, включите звук, чтобы они играли на одном треке, то есть та и та, то есть я послушаю. Вот это называется, друзья, видеоподбор. Поэтому, чтобы заказать такой видеоподбор, пишите Viber, WhatsApp, Telegram и не задавайте вопросов, какая из них лучше. Вот давайте я сравню, накрутим звук, все, а потом будем уже вместе соображать, что из них лучше, что из них не лучше. Итак, друзья, что у них схожего в этих моделей? Батарейка 7,5. Самый огромный плюс в этих моделях, друзья, то есть здесь, что данные колоночки можно слушать от сети напрямую. Вот здесь переключатель, положение, вот два, мы переключаем, да, то есть можно втыкать в розетку и слушать, и будет заряжаться аккумулятор, не навредив ему. Ну, соответственно, так как колонка портативна, тоже давайте аккумулятору работать, чтобы не забывали за него, там, или через год можете воткнуть, да, он как-то себе мало держит, да. То есть давайте иногда убирайте от сети, включайте напрямую. Да, и, ну, я имею в виду от батарейки, да, и дайте ей, пожалуйста, поработать, то есть, чтобы аккумулятор любит работать, да, чтобы он просто много не перезаряжался, если нет переключателя, и, соответственно, любит, чтобы он был заряд уходил и приходил, то есть вот так. Поэтому делайте такую процедуру обязательно. Дальше. Также колоночка MD-102 Mivo. Такая же у нее фишка есть, переключение от сети напрямую, но здесь еще до плюс есть. Вот, на внешний аккумулятор можно два провода вткинуть, никаких переходников не надо, потому что, допустим, есть в некоторых моделях какой-нибудь переходничок, здесь получается просто два провода воткнули, и все гораздо проще. И также напрямую слушать от аккумулятора, также 12 вольт, друзья. Так, что по характеристикам у данных моделей? Фазик есть там, фазик есть здесь. Колес нету, колеса есть, ручка здесь впереди. Друзья, по габаритам данная моделька, высота 75, высота 86 сантиметров, вес чистый без упаковки 14, 14,5, 17. Комплектация: два микрофона беспроводных там, два микрофона там, пульт, зарядка, инструкция в русском языке. Друзья, здесь подсвечка у нас Firebox, здесь подсвечка у нас чисто вот по динамикам. Плюс вот такая, где ручка, тоже такая подсвечка. Друзья, подсветки отключаются, если кого-то раздражает. Ну, с одной стороны, красиво. Дисплейчик мы видим там и там. Индикатор заряда показывает там и там. Что еще у них такого особенного? В принципе, все. А, и обе колоночки, друзья, 120 ватт, как заявляет производитель. Они обе выдают. Но по звуку тут нужно будет накручивать, слушать. Корпус идет полностью пластмасс. Скорее всего, в данной модельке, честно, не вскрывал, еще не знаю, ощущение, что в ней есть шумка. Звук такой достаточно плотный, глухой, поэтому мне кажется, что есть шумоизоляция внутри. В данной модельке шумку, конечно, я не ощущаю, судя по пластику. Ну, это мое мнение. Будет время, по крайней мере, они не ломались, то, как правило, когда можно посмотреть, когда что-то там сломано, да, уже. То есть, поэтому, ну, на практике, за все время, сколько занимаюсь данными моделями, к счастью, таких проблем у нас не было. Как-то так, друзья. Так, что еще в данных моделях? По динамикам. Динамик 8,8 плюс одна пищалочка находится сбоку. Здесь 10,10 плюс одна пищалочка находится вверху. Так что вот так вот, друзья. Модельки просто классные. А, еще 801 можно класть вот на бок. Обрезиненные подушки вот такие. Они, да, резиновые, не пластмасс. Это есть хорошо, чтобы они, знаете, не гремели там, допустим. Ну, давайте пройдемся по панели управления, напомним, смотрите, крутилочку громкости, та же кнопка Trouble Bass, нажимаем, например, на нее, что это такое, да, и регулируем высокие, также нажимаем, регулируем басы. Кнопочка подсветки регулируется, отключается, много разных режимов, кнопочка мод, там радио FM, Bluetooth, AUX. Так, друзья, что касаемо радио, на любой модели, не только Mivo, сразу говорю,
Радио не обязательно, что будет работать конкретно ваш, ну как не будет обязательно, оно будет работать, да, если у вас нет покрытия, то есть я не гарантирую, что будет работать идеально радио. Допустим, здесь у меня работа, да, и то бывает не все каналы. То все зависит, тот человек был купил, там где-то он живет, там в Тутуево, ну не знаю конкретно, но он говорит, ну слушай, что-то как-то не работает, да, там вот работает, тут нет. Ну слушай, ну не я же как бы там это FM покрытие вам тяну, да. Поэтому, ну, как есть, друзья, говорю, так и говорю. Поэтому не имейте, то есть имейте в виду, что 100% у вас будут идеально работать все каналы, где вы находитесь. Поэтому не буду обещать, вот говорю честно. Поэтому будьте к этому готовы. Насчет радио я не обещаю, что будет идеально у вас работать все каналы, смотря, где вы живете, если у вас хорошее покрытие FM, да? Ну, пробуйте. Так, что касаемо еще дальше по кнопкам. Кнопка «Микрофон». Нажимаем, также громкость, эхо, также гитары, одной же кнопочкой. Дальше у нас микрофон приоритет, нажимаем, говорим микрофон. Музыка убавляется автоматически, песни по кругу, кнопка записи. Вставляем флешку, говорим микрофон, записываем треки ваши, что вы там умеете. Перемотка назад, плей-пауз, перемотка, вернее вперед, плей-пауз, перемотка вперед. Флешки, USB, TF-карта, AUX, микрофон 1, 2 и гитара третий вход. Так, сзади у нас вход 220, тут можно еще выходы куда-то подключить, например, ну, тут уже дело ваше. Кнопочка включения-выключения и режим также напрямую от сети, не забывайте за него. Вот такая прикольная, мощная, хорошая колоночка. Так, дальше, ND-102 по панели управления. Крутежка громкости на микрофон, крутежка громкости на колоночку, друзья. Смотрите, пропустил в некоторых роликах, да, то есть как настраивать, я даже сам говорил, то есть честно затупил, потому что, да, моя ошибка, исправляю. Смотрите, чтобы настроить бас и высокие, средние, то есть низкие и высокие частоты, здесь больше ничего нету, кроме только на пульте, да, вот кнопочка, да, вот эта крутелка, она является кнопкой, нажимаем на нее, бамс, высокие, еще раз нажимаем, низкие. Вот так вот. Вот регулируем. И то же самое на микрофоне. Выдает функции, там эхо, бас и все такое. То есть то же самое. Нажимаем сверху и все, регулируем эту же крутелочку. Итак, то есть по крутелкам уже объяснил. Подсветочка, эквалайзер есть, кнопка мут. Перемотка назад, плей-пауз, перемотка вперед. Также у нас USB, TF-карта, AUX, гитара и два микрофона, можно проводных. Полочка под гаджет. Ручка, вставка обрезиненная, не пластмассовая. Также сзади вход 220, доп еще с функцией аккумулятора можно подключать, индикатор заряда, также кнопочка переключения от сети, друзья, не забываем за нее. Фазик мы сзади видим и удобный доступ к аккумулятору, да, шахта. Вот так, друзья, напоминаю, 120 Вт, динамики 8, динамики 10, аккумулятора 7,5, слушать от сети можно ту, эту и по комплектации, два микрофона беспроводных там, два микрофона там, пульт. Вот такой, друзья, видеоподборчик. Сейчас будем накручивать треки, наваливать. Кто-то там хочет скинуть свою музыку, как мне сказали, там хочу свой трек врубить. Можно так, можно, друзья. Ну, все это оговаривается, пишите вайбер, ватсап, телеграм и попробуем включить звук. Каждую колоночку, конечно, нужно подготовить, регулировать. Не так втопило на всех парах, да, она будет захлебываться. То есть, поэтому имейте это в виду, друзья. Так, еще, друзья, такое объявление. Наконец объясню. Смотрите, по данной продукции Mivo, друзья. Вот смотрите, прямо внимательно послушайте. Потом сделаю отдельный ролик по этому всему. Данная продукция Mivo, данная продукция Eltronic. Именно конкретно по этим продуктам. Если вы приобретаете по контактам, которые указаны, указаны на... Вернее, под этим роликом, да, Viber, WhatsApp, Telegram, что я объявляю, вы пишете туда в чат, вам отвечают. Вот, соответственно, в случае гарантийного момента вы обращаетесь туда, где вы оплачивали, да. Если вы переходите по ссылкам, что закрепленное под нашими роликами, что прикрепляются, да, на YouTube-канале, вы переходите там, Озон, возможно, будет и ВБ еще, потому что сейчас еще люди нам предлагают сотрудничество, поэтому, возможно, еще будет на ВБ ссылка, переходы на покупку, на магазин, можно сказать, да? Вот. Также, короче, на данный момент есть на
Авито есть на зон перехода, переходы по ссылкам. Друзья, что это такое? Там четко ясно указано, это наши партнеры, можно купить там. Но, друзья, в случае каких-то вопросов, поломок, гарантийных моментов, пишите продавцам. Понимаете, в чем разница? Если вы пишете в контакты, те, которые закрепленные, конкретные, вот что я сейчас говорю, Viber, WhatsApp, Telegram, они закрепленные, значит, вы пишете туда. Если вы на канале у нас увидели рекламу с переходом у наших партнеров, значит, вы покупаете там, соответственно, они несут ответственность, эти партнеры. И с ними вы договариваетесь по поводу ремонта, консультации, всего остального. Это сразу говорю, потому что на всех не разорваться, я вам честно скажу. Поэтому люди бывают, знаете, вот обижаются. Вот вы же рекламируете там, ну и что, говорю, рекламирую. Мои ссылки могут где-то брать, прикреплять куда угодно в Авито. Я уже лично встречал на опыте. Мужик где-то купил, а моя ссылка, просто человек показал, как выглядит эта колонка. Ну, ссылка переходит на YouTube-канал, наш YouTube-канал, да. И я в этом зазор ничего не вижу. Наоборот, он не привлекает подписчиков, то есть это нормально. А то, что он себе поставил, он продает эту вещь. То есть это его личное дело, понимаете? То есть что ему делать? То есть, еще раз подчеркиваю, если вы перешли на какой-то магазин, купили там-то, там четко ясно прописано, наши партнеры, значит, вы общаетесь дальше по консультации, по гарантийному случаю. Если вы покупаете у нас конкретно по переходу по контактам, там будут озвучиваться контакты, вот такие для заказа, там трали-вали, все расписано. Значит, мы дальше вас там обслужим, и есть живой чат. Если у наших партнеров, значит, вы с ними общаетесь, понимаете? Это просто люди многие не понимают. То есть я это уже объясняю уже неоднократно. Люди не понимают и начинают там писать, я там купил, а там что мне делать? Ну так пишите, там есть, говорю, продавец, там есть чат. Это равносильно, как подойти там, не знаю, споймать там Диму Маликова, да, который рекламирует Озон, там сидит там рекламный момент, и да, говорит, слышь, ты, я там, ты же рекламируешь, я там это, да, ну логично же. Ну не будьте, пожалуйста, такими, знаете, хитро там и рыбу съесть, и на что-то сесть, да, поэтому вот, если вы приобретаете там, вам там удобно, пожалуйста, там и обслуживайтесь, все просто. Мы рекламируем магазины, те, которые нам, нас просят, понимаете, то есть отправки, то, что происходит, допустим, в регионы, да, люди покупают через нас, это огромный плюс, что товар перед отправкой проверяется, да, но по гарантийным случаям, по консультации, если приобретали у наших партнеров, вы с ними и общаетесь. Все просто. Тут ничего критичного нету, все решается, все адекватные. Поэтому сразу говорю, то есть запомните, пожалуйста, вот этот момент. Все, всем добра, до свидания.